Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо, боевых искусств. Сегодня я хочу познакомить вас с очень интересной видеоколлекцией. Она в основном направлена на тех, кто изучает дзюдо. Итак, давайте начнем. Ну, первое, о чем я хочу вам рассказать и показать, это о той видеоколлекции различных соревнований по дзюдо, которые есть, ну, в моем личном распоряжении. Это большая достаточно коллекция. Это видео с различных соревнований по дзюдо, начиная от Кубков мира и заканчивая чемпионатом мира, Олимпийскими играми. Эта видеоколлекция выпускается компанией Fighting Films, которая давно зарекомендовала себя как компания, которая делает очень хороший контент, ну, видеоконтент, снимает непосредственно. У Fighting Films контракт с Международной Федерацией Дзюдо на еще с 1989 года. Да, именно в том году впервые Fighting Films сделала репортаж с чемпионата мира. Кажется, он проходил в Югославии в 89 году. И с тех пор компания Fighting Films занимается съемкой соревнований по дзюдо, проводимых Международной Федерацией Дзюдо, и потом делает видеоконтент. И я сейчас быстренько пройдусь по тем дискам, которые выпускала, и потом, кстати, в описании я дам ссылочку на то, где эти диски можно приобрести, и чуть-чуть позже скажу, что сейчас происходит в плане выпуска этих фильмов. Ну, давайте начнем. Во-первых, очень интересный такой видеофильм. Это, не знаю, кто-то помнит, кто-то нет. В Москве в 2001 году проходил международный турнир. Назывался он Гран-при по дзюдо. Сегодня нам всем известно, что такое Гран-при. Да? Это серия турниров. Но на тот момент это впервые было организовано такое Moscow Гран-при. 2001 год. Он проходил в Москве, около Кремля. Я сейчас не помню точно название этого места, но я в описании скажу. Это очень интересный видеодиск. Вот такой был снят репортаж, в котором лучшие в этих соревнованиях приняли участие лучшие дзюдоисты мира на тот момент. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Европы. И комментирует этот видеофильм известный тоже в мире дзюдо авторитетный эксперт, это Нейл Адамс, спортсмен, многократный чемпион Европы, двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира. Вот такой интересный фильм, который можно будет иметь в своей коллекции. И позже я скажу, выпускается ли он сейчас и вот в таком виде, или как его можно вообще и где приобрести в цифровом виде через интернет. Далее в коллекции Fighting Films это этапы Кубков мира, на тот момент они назывались Кубки мира. Вот, допустим, это у нас Кубок мира в Англии, Бирмингем. Такой фильм. Это у нас 2007 и 2008 года. Вот еще один Кубок мира. Далее у нас такая подборка, как
Кубок мира в Ливерпуле. 2011 год. Опять Кубок мира в Бирмингеме. 2009 год. И дальше есть также... Ну, это все я вам говорю о том, рассказываю вообще, как раньше выпускала компания Fighting Films такие вот фильмы. И чуть позже скажу, как она сегодня это делает. Вот, допустим, чемпионат мира в Осаке, Япония. Вот такие фильмы. Чемпионат Европы в Белграде, Сербия, 2007 года. Чемпионат Европы Тампере, Финляндия, 2006 год. Чемпионат мира команды в Париже, Франция. Вот такой фильм. Олимпийские игры в Афинах 2004 года. Это что касается, я вам рассказал немножко о том, какие фильмы делает Fighting Films в области соревновательного дзюдо, для того, чтобы можно было посмотреть, допустим, какие-то исторические соревнования, да, как я уже сказал, там датированные уже более, ну, почти 20-летней историей и так далее. Конечно, их очень и очень много, еще есть другие фильмы, но это что касается раздел соревнования дзюдо. Очень интересный раздел, который делает компания Fighting Films, да, это видео, которое выпускает, это так называемый 101 Ипон. Ну, многие, кто увлекается дзюдо, занимается, слышали о таком разделе и о таких фильмах. Вот. Ну, на сегодняшний день, вот сейчас вам покажу, это вот такой есть сборник. 303 классических дзюдо Ипона. Вот. Этот сборник здесь Ипоны 95 по 98 год. Даже нет. В этом сборнике, вот я сейчас прочитаю вам аннотацию, лучшие ипоны, снятые компанией Fighting Films на соревнованиях с 1988 по 1998 год. Вы представляете, это 10 лет. То есть в этой подборке можно увидеть еще тех дзюдоистов, которые сегодня уже являются многие из них известными тренерами с национальных сборных команд. Кто-то стал экспертами в области дзюдо. То есть большой период времени кто-то тренирует, да, воспитал уже многих олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Итак, вот такой сборник, который сделала компания Fighting Films. Вот. Очень интересный сборник. Так что это еще одно из направлений, которым занимается компания Fighting Films. То есть она выбирает лучшие ипоны, их классифицирует по, допустим, ипоны в партере, ипоны в стойке. Да, там, также классифицирует на удушающие ипоны, да, которые выполнены с помощью удушающих, болевых, удержаний и так далее. И там в стойке бросковая техника, да, когда, там, с помощью подсечек, корпусных бросков, там, с падением. Очень интересные такие подборки, причем они сделаны в разных вариантах. Еще раз напомню, что я чуть-чуть позже в этом видео скажу, как сегодня эти диски можно приобрести или вообще как увидеть этот материал можно сегодня. Третье направление, которым занимается компания Fighting Films, это съемки специальных, образовательные съемки видеофильмов с известными и выдающимися мастерами дзюдо. И я вот хочу немножко рассказать, вот, допустим, такой современное спортивное дзюдо. Вот такой, допустим, был диск выпущен. Это здесь два очень известных дзюдоиста. То есть одна дзюдоистка – это Карен Брикс и Нил Адамс. Это известные английские... Ну, великобританские, да, английские спортсмены дзюдо,
которые выступали. Раньше, допустим, Карен Брикс — это четырехкратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. А Нил Адамс, я уже говорил, это чемпион мира, двукратный серебряный обладатель олимпийских медалей и пятикратный чемпион Европы. Вот такой фильм, да, это по технике дзюдо вот этих двух мастеров. Они демонстрируют свои классические приемы. Дальше вот известный такой диск, это известного мастера дзюдо, олимпийского чемпиона, чемпиона мира Удо Куэльмальц. Это немецкий дзюдоист, вот его техника, называется такой фильм «Олимпик джудо». Корейский мастер, очень известный корейский мастер Ки Йонг Джон, тоже олимпийский чемпион, чемпион мира, неоднократный призер различных соревнований. Вот его техника, даже она так и называется, корейское дзюдо, мастер корейского дзюдо. И также есть демонстрация приемов и анализ от Нила Адамса. Я уже говорил, да, о нем. Это английский известный дзюдоист. Сегодня он известный комментатор, эксперт дзюдо. Делает много анализов. Вот такой диск Гокио. И вот такой очень хороший и большой сборник выпустила также компания Fighting Films, Казей Иноэ. Это японский дзюдоист. Это сборник из трех дисков. Это «Самурай», «Дзюдока» и «Учимата». Многие, кто занимается дзюдо, знают, что Казей Иноэ был мастером «Учимата». Вот такой сборник из трех дисков, трех фильмов. Вот. Казей Иноэ — японский дзюдоист, чемпион мира, олимпийских игр. Сегодня он тренер национальной сборной Японии также. И, как я обещал, я хочу еще раз, давайте напомню, значит, компания Fighting Films выпускает видеопродукцию. С 1988 года, с 1989 года имеет контракт с Международной Федерацией Дзюдо и снимает все соревнования по дзюдо, которые проводятся в Международной Федерации Дзюдо, делает потом видео, нарезки и так далее. Она также специализируется на специальных съемках с мастерами дзюдо. И, как я уже сказал, значит, раздел у нас есть «Соревновательное дзюдо», раздел «Лучшие японы» и раздел такой «Образовательный». Это вот он, «Тренировка дзюдо». Теперь понятно, что время не стоит на месте, да, мы идем вперед, у нас прогресс в области информационных технологий и так далее, поэтому... Если раньше компания Fighting Films выпускала это все на видеокассетах VHS, да, таких больших, потом она перешла на DVD, а сегодня это уже, конечно, все находится в сети интернет. Компания Fighting Films создала специальный интернет-сайт. Это первую образовательную платформу для тех, кто изучает дзюдо. Называется Superstar Judo. Там она снимает новые видео с уже сегодняшними, современными, и также с мастерами прошлого. Новые видео, где размещает эти видео, это как техника дзюдо, соревнования дзюдо, различные анализы и так далее, соревнования и анализы техник дзюдо и так далее. И также на этом сайте уже обработка тех архивных DVD-дисков, которые есть в архиве компании Fighting Films, которая она их преобразовывает уже в цифровое такое, в интернет-качество, да, и запускает на свой сайт Superstar Judo,
Я дам ссылку в описании на этот сайт. Там есть очень много, достаточно много бесплатных видео, которые можно посмотреть. А также есть и платная подписка. Она на самом деле не такая дорогая, но для тех, кто именно изучает дзюдо, кто занимается дзюдо, кто хочет улучшить свое дзюдо, понимание, да, это не только как соревновательное дзюдо, но и вообще понимание вот всех аспектов дзюдо. Я на самом деле рекомендую вот такой этот сайт Superstar Judo, где много видео информации, анализ имеется в виду, анализ техники дзюдо, да? Анализ техники дзюдо проводит Нил Адамс, а также привлекаются другие известные мастера дзюдо. Поэтому информация на самом деле очень полезная на этом видеоресурсе. И я рекомендую superstarjudo.com, описание ниже. А с вами был Роман Карасев, и вы смотрели YouTube-канал «Планета Дзюдо». До новых встреч!